Это что такое? Забупсует. И третьим комично выглядит, конечно. Нет, лысую я не хочу делать. Мы не можем делать всех персонажей лысыми. Потому что, типа, в ивенте я должен стать лысым. В чем прикол, блин? Это не смешно нифига. Один раз, может, и смешно, но два раза уже нет. Да, это, конечно, жестко. А почему у нее такая осанка? Это осанка, как у... Ну реально же. Ну реально же. Реквиша. А, кстати, Реквиша — прикольное имя такое, слушайте. Реквиша. Нестандартное. Не просто реквизиточка какая-нибудь, а Реквиша. Звучит-то круто даже. Реквиша. Слушайте, Реквиша — хорошее имя, мне нравится. Давайте поставим реально. Под эту музыку. Нолан, нихуя себе. Сам Нолан? Какие же задания помогут мне быстрее набраться опыта? Ну, не знаю. Снять новый фильм, например. Было бы неплохо. Охренеть, он выглядит почти как Нолан. А если совместить Кристофер и Нолан, получится Кристофер Нолан. Жесть. Спецэффекты, конечно, как в фильмах Майкла Бэя. Просто все трясется, все взрывается. Кромешные частицы разлетаются по экрану. Охуенно ты. Так, чел, блять, ты в муте, во-первых. Во-вторых, какого хуя? Он сразу с имбы какой-то начал. Так она странно, конечно, по лестнице бегает. Вообще как-то, не знаю, анимации персонажей так крипово даже выглядит как-то вот сейчас, если посмотреть. Как будто бегает нежить какая-то. Ты такой силач, наверное, лучший из всего отряда Jump Force. По ауре твоей чую. Серьезно? О, сейчас покраснею. Не развешивай уши, олух. Что? Это кто тут олух? А ты еще каких-то тут видишь? Саски! Что ты тут делаешь? Сука. Он чувствует себя каким-то, не знаю, 14-летним бойчиком, который читает фанфики по Наруто. Я здесь по заданию. Решил, что ты сам не справишься. Нет! У него 0 хп! Сука, пожалуйста, не убей. Паскуда. У него одно хп осталось, литерли. Вот просто одна милипусечка. Нихуя себе. Забавный ульта. Блин, на самом деле Рё Саёбу прикольный чел, походу.
the fuck? Что вообще происходит? Глаза у него, как будто он увидел некоторое дерьмо. Жесть, нарёт. Как же он орал, бедолага. Ядрить. А чё такие ножки маленькие, chicken legs? Как они вообще выдерживают такой вес? Гагая. Сучар, вот. Он специально это сделал, что ли? Просто у него было фул хп, я почти, блять, камбэкнул. Весь бой держался вот на этом состоянии здоровья. И потом он берет и ульту юзает, и просто домой меня отправляет. Чё за отстой вообще? Ну, сука, ну пиздец, ну, блядь, заебал уже. Постоянно на лоу хп он берет вверх. Только не ваншот, пожалуйста. Какой-то фурия аниме-воитель. Ну, блядь, давай, убей еще, попробуй меня. Нормально. Ядрить он стал каким-то убер-качем. Бля, просто пол лица отъел. Просто пол лица скушал. Сука, нет. Да это пиздец. Просто две атаки минус пол хп. Охуеть. Вот чертило, блять, карабас ёбаный. Думал, что ты в Jump Force будешь играть когда-либо. Но так она выпала на ивенте. Как файтинг? Ну, так, средненько, не знаю. Прикольно, конечно, местами, что здесь анимешные персонажи различные присутствуют. Эффекты всякие, вот это все, конечно. Комбинации ударов, все забавно. Ульты. Все выглядит красивенько, но это, по сути, такая вкусная обертка игры, а на деле игра пустоватая достаточно. Да и я просрал? Блять, да как? Или нет? Или я выиграл? Пиздец, что? А как я проебал-то? У меня есть друг, который смотрел Dragon Ball, Naruto и One Piece полностью. Но это уже такая стадия, мне кажется. Стадия аниме, когда ты уже типа... Ну просто смотришь как бы... Тебе просто наплевать, ты смотришь как бы... Супер популярные какие-то тайтлы, несмотря на то, что они могут длиться бесконечно долго, да? Ты просто впитываешь это в себя. Просто поглощаешь. Ты уже не можешь отделить себя от аниме. Ты уже стал единым с аниме. Субтитры
Фух, ядрит тончайший. Ядрит тончайший. Харек. Блин, это нереальный файт какой-то, просто нереальный. Да ты охуел, что ли, сука? Ну хватит один и тот же удар обузить, пиздец. Это как младший брат, который одну кнопку нажимает и не выпускает тебя. Пиздец, просто как он любит этот луч. Дружок, завязывай. Он пробудился, что ли? Он стал суперкачком каким-то. Да это пиздец. Блять, ну у меня фулл хп было, сука, ну фулл хп, ну ты ёбаный хуй. Пиздец, ну сколько можно, блять. Бля, нет, пожалуйста, нет, нет, сука. Я выиграл? Я проебал? Или я выиграл? Да в смысле, блядь? Ну как так-то? Я не понимаю. Я же перебил его комбу даже в воздухе. Мне пиздец, мне пиздец. Блок, пожалуйста. Бля, не смерть, не смерть. А, сука, ну что за хуйня-то? Ну когда я уже добью его, блядь? Ну вот все время у него остается 1% хп, и он какую-то ебанутую ульту применяет или что-то типа того. Бля. Домой. Бля, наконец-то. Ну наконец-то, сука, это чё так потно-то? Чё так потно? Пиздец. Понял. Ну как бы хп у него не супер много, но хуярит он так, ну нормальненько, скажем. Ну в целом неплохо. Допустимо, в пределах нормы. Ладно, он не знает, что типа это не я заперт с ним в клетке, это он заперт со мной. Каждый раз, когда он меня убивает, я только сильнее становлюсь, я качаюсь. Довольно легко отъезжает так. Домой. Не знаю, чем... Ну, этот файт отличался тем, что у меня навыки появились. Нойс энд пога. Все, ГГшка получается, пройдено. Играть просто было, ну не то чтобы прям поносно, как бы нормально игралось она, хуяришь, хуяришь. Прикольные анимации всяких суперударов, каких-то камбух и прочего вот этого. Эффекты всякие, взрывы. Много разных персонажей из аниме-культуры присосали. Это как бы плюсы такие. Так, а скипнуть это нельзя. Оно не скипается, гайс. Не скипабельные титры. Я не хочу нажимать Alt F4. Сейчас я схожу в туалет тогда.